начале августа небольшая часть взрослых сизых чаек все еще остается в жилых кварталах. Это пары с поздними кладками и третьегодки. Отпрыски их остаются здесь же, но связь с родителями угасает. Среди таких молодых чаек велика доля нелетающих инвалидов. Подкормок родителей они уже лишились и живут только за счет подачек людей. Эта птица оправилась от травм при первых полетах, но ее крыло уже не вернет былую подвижность. Другой чайке повезло чуть больше. Не идеально, но летать она может. В середине августа взрослые чайки в городе становятся совсем редкими. Наступает та пора, когда все пищевые ресурсы предоставлены молодым птицам. Сигалетки на берегу все так же держатся возле мест подкормки. Взрослые озерные чайки окончательно улетают, лишь инвалиды и немощные появляются в городе. Молодая хохотунья иногда навещает пляж возле своей малой родины для отдыха. Она не прочь игриво погонять сизых чаек, и те ничем не могут ответить великану. Во второй половине дня сизые чайки собираются с кормежек на Волгу.
Колония на Лазуре выглядит очень пустынно. Остатки чаек, в том числе взрослый озерный инвалид, все еще держатся в Парке Победы. Подкормка здесь позволяет набраться сил. Молодая сизая чайка заинтересовалась пластиковой крышкой. Неожиданно птица обнаружила, что семена горца птичьего, которыми облепился предмет, съедобны. Чайка продолжает клевать крышку сильнее, думая, что от этого количество семян увеличится. Что-то действительно продолжает вылетать из щелок. Тут чайка клюет траву горца, и, о чудо, семена высыпаются. Чайки не зерноядные птицы, а потому могут лишь склевывать семена с грунта, но не шелушить плоды и колосья. По своей неопытности чайчата все еще часто получают травму, но без родительской опеки оправиться оказывается для большинства слишком сложно. Этот сигалеток впоследствии не смог выжить без крыла. Чайки, собирающиеся в центре двери после полудня, образуют одну крупную стаю, отдыхающую на крышах домов. Эти крыши из-за покатости никогда не служили для гнездования, но для отдыха стаи вполне пригодны. В ветреные дни галки и вороны устраивают подвижные игры возле крыш. Самые энтузиастические чайки присоединяются к ним.
Чаще всего птицы берут роль жертвы, уклоняясь от атак врановых. Все же гоняться за маневренными галками слишком сложно. Но иногда чайки и сами берут роль атакующих. Чайки, возвращающиеся с кормежек, первым делом садятся на воду, где пьют и купаются. Одной из чаек удалось найти кусок пищи. Уйти незаметно при таком количестве сородичей невозможно. Начинается погоня. Иногда чайка собирает подкормка. Птицы осторожничают, сейчас идет линька крайних маховых перьев, и скорость и сила полета снижаются.
сигалетки следует общей осторожности. Голоса первогодок скрипучие, второгодок уже чуть более чистые. Только на третий год крики птиц становятся похожи на взрослые. Громкими криками чайки стараются запугать сородичей. Когда не помогает крик, в дело пускается широко открытый клюв. Взрослых птиц в этой стае почти нет. А потому здесь все на равных. С утра чайки предпочитают купаться и чиститься на пляже, пока их никто не беспокоит. Сигалетки активно исследуют прибрежную полосу в поисках новых источников пищи. Они часто устраивают подвижные игры, погони над простором реки. Особенно много чайки играют в дождь, когда им удается быстро насытиться дождевыми червями. Во время погони одна из птиц замечает плывущий лист и, развернувшись, ныряет за ним. Спустя время ее манипуляции замечает вторая чайка. Она перехватывает отплывший лист, но почти сразу бросает игрушку.
Игры с предметом теперь делают акцент не просто на само хватание, а на хватание во время замысловатого маневра. Снова появляется хохотунья. Одинокие озерные чайки теперь редко пролетают вдоль по Волге. Иногда их интересует один из горячих стоков, где собираются мальки. В последних числах августа даже третьегодки становятся в городе очень редкие. Здоровые взрослые улетают окончательно. Сигалетки оседают у подкормок на Волге, покидая мелкие водоемы. В солнечные дни чайки тоже пытаются искать червей, но тщетно. К вечеру число птиц у подкормок увеличивается за счет возвращающихся с дальних кормежек. К собранию присоединяются оставшиеся третьегодки и второгодки. У этой чайки травма обеих ног и обломанные первостепенные маховые перья, но способность летать делает жизнь возможной. Больная озерная чайка держится здесь же, в сытости и безопасности. Инвалиду достается хлеб. Увидев это, другая чайка с криком пытается отнять кусок. Но сигалеток оказался достаточно агрессивным.
Вообще, в городе собираются все травмированные и больные птицы в надежде на легкую жизнь. В дождевом стоке лежит озерная чайка. Она потеряла ногу и пыталась отсидеться на воде. Но кровь в воде не свернулась, и обессилевшая и обескровленная птица не смогла выбраться на сушу. Кровопотеря оказалась фатальной. Эта чайка подхватила лихорадку западного Нила. Видно, как с трудом она дышит. На другой день птица скончалась. У этого сигалетка застарелый перелом крыла. На полете это мало отразилось, но перья на висящей конечности износятся быстрее. Этот чайчонок демонстрирует стресс-линии на перьях, последствия нарушения питания во время их одновременного роста. Взрослая озерная чайка с ларинготрахеитом улетает много позже своих ровесников и только-только начинает линять. Над городом периодически пролетают ястреба. Чайки присоединяются к атакам вороны, но уже не так активно, как в гнездовое время. На прудах шламонакопителях стая чаек заметно редеет. Хохотуньи все еще держатся здесь. Покидать свою родину они не торопятся. Часть из них держится и на прудах отстойников, на отмелях.